Потребительские цены в Башкортостане в феврале текущего года, согласно официальным данным, выросли на 0,4%. При этом в целом по стране рост составил на 0,2% меньше. Данные приводит служба статистики. В годовом выражении инфляция в регионе составила 1,6%. В России на 0,6% больше. Башкортостан находится на 7-м месте среди регионов Приволжского федерального округа с самой низкой инфляцией в феврале. Цены на продовольственные товары в регионе выросли за прошлый месяц на 0,6%, а с начала года на 0,8%. В непродовольственном секторе на 0,2% в феврале и на 0,3% с начала года.